Крупный пожар, мама погибла. Двухлетней дочке Сонечке срочно нужна помощь. В ожоговом центре не хватает медикаментов. Деньги можно перечислить на телефон и счет в банке. Все это уловка. С новым видом мошенничества столкнулись врачи. Просьбы о помощи больному ребенку теперь размещают в социальных сетях. У нас вообще проблем не было никогда. И, во-первых, девочки такой нет. А во-вторых, все, которые у нас есть пациенты, они лечатся абсолютно бесплатно. О том, что кто-то в интернете собирает деньги на медикаменты и перевязочный материал для ожогового центра, медики узнали от своих бывших пациентов. Они стали звонить и предлагать помощь для несуществующего ребенка. Кстати, и пожара тоже не было. Чтобы не стать жертвой мошенников, прежде чем перечислять деньги, врачи рекомендуют позвонить в областную больницу.